Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в Республике Беларусь, Брестская область, Ивановский район. Компания «Полымя Агро» завершила здесь сборку и запуск в эксплуатацию фронтальной дождевальной машины производства РКД «Испания». Машина состоит из 8 пролетов и концевой консоли. Длина машины 452 метра. Подача воды осуществляется из канала. Такая машина легко сможет поливать 65 гектар за 12 часов при норме полива 6 мм. Поливать в хозяйстве в этом году планирует лук. Это вторая машина в хозяйстве. При поливе лука первой машины урожайность поднималась с 40-50 до 120 тонн с гектара. Электричество для машины вырабатывает дизельный генератор мощностью 20 кВт, который находится на головной тележке. Воду подают в дизель-насосный агрегат, который состоит из двигателя John Deere и насоса Ravatti. В этом году мы снабдили дождевальную машину самоочищающимся фильтром, так как опыт показал, что через несколько лет эксплуатации в канале появляются водоросли, мусор, которые забивают сетку на подающей магистрали. В новом фильтре есть два вращающихся под давлением воды барабана, которые очищаются специальной щеткой. И подающая магистраль не забивается мусором и водорослями. В сборке и запуске в эксплуатацию нам помогали наши коллеги из компании Aquamir Engineering. Эта компания является дилером испанского производителя дождевальных машин РКД в Казахстане. В частности, большое спасибо инженеру Жамарту Баймагамбетову из компании Aquamir Engineering.